Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И следующая ошибка, она про сарафанное радио. Очень часто я слышу советы других психологов, что имеет смысл положиться только на сарафанное радио, и клиенты придут. Если вы хороший коуч, то клиенты обязательно придут через сарафанку. Да. Такое говорят люди, у которых уже есть достаточно большая база знакомых и клиентов, и они рекомендуют друг другу. И уже как снежный ком, там уже достаточно большая сарафанка, и на это можно положиться. Но когда вы начинающий психолог, или когда у вас сарафанка по тем или иным причинам маленькая, то не стоит полагаться только на сарафанку. Идите в социальные сети. Сейчас очень сильно развиваются, очень быстро развиваются социальные сети. Выберите тот канал, который вам нравится. Выберите Facebook, Instagram, ВКонтакте. Не знаю, даже в Одноклассниках можно рекламироваться. Выберите что-то одно, какой-то один канал и начинайте писать, начинайте выкладывать видео, начинайте что-то делать, начинайте делиться с миром, и ваши клиенты потихоньку станут потенциальными, вернее, ваши подписчики станут потенциальными клиентами, из потенциальных клиентов они превратятся в настоящих клиентов. Начинайте аудитории выдавать те знания, которыми вы уже обладаете. Даже будучи студентами, вы уже можете делиться с миром, уже можете что-то рассказывать. Идите в социальные сети. Я сама работаю в Фейсбуке уже несколько лет, и у меня основная масса клиентов приходит после моих постов, после прямых эфиров. Когда я выхожу, люди посмотрят на меня, почитают меня, и они приходят ко мне в коучинг, они приходят ко мне на терапию. У них создается доверие, а доверие в нашей профессии – это главное. Поэтому сарафанное радио – это прекрасно, но не надейтесь только на него. Всем ромашек, пока!